Здорово, народ, вы на канале Арти. И самое время поговорить о новом японском боге Цукиёми, боге Луны, который вот-вот уже появится в нашей любимой игре. Сейчас вкратце обсудим его способности, все прочитаем, все проработаем. Я вам выскажу свое мнение и надеюсь, вы выскажете мне свое мнение в комментарии под этим видео. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вас радует мой контент по смайту. И давайте рассмотрим уже самого бога. Цукиёми сражается с Сингетсу в левой руке и с Мангетсу в правой. Они усиливаются, нанося урон врагу. Усиленный Сингетсу восстанавливает ману, а размах удара увеличивается на 50%. Усиленный же Мангетсу наносит бонусный урон и восстанавливает здоровье. Интересная пассивная способность для убийцы, как по мне, хотелось бы уже проверить это в игре. Первая способность – Сюрикен Темной Луны. Цукиёми призывает Сингетсу, выпуская вперед Сюрикен Темной Луны. Сюрикен наносит врагам урон, останавливается, задев бога, и цепляется к нему. Если Цукиёми приблизится к жертве, то он возвращает Сюрикен и сокращает его перезарядку. Следующая базовая атака Сингетсу после использования этой способности становится дальней и крадет скорость передвижения задетого врага. Вторая способность – Кусари Гамма. Сингетсу и Мангетсу объединяются в Кусари Гамма. Цукиёми размахивает этим оружием влево и вправо, нанося урон и обезоруживая задетых врагов. Затем он взмахивает им вперед и оглушает пораженных врагов. Во время активации способности скорость передвижения Цукиёми повышается на 33% быстрее, и он получает иммунитет к отбрасыванию. Калтропы Серебряной Луны – третья способность. Цукиёми поднимает вверх Мангетсу, который испускает звездный свет и заставляет звезды падать на землю. Приземляясь, они превращаются в калтропы, которые наносят врагам в выбранной области урон и замедляют их на 2,5 секунды. Враги, передвигающиеся в области с калтропами, снова получают урон и замедляются. Следующая базовая атака Мангетсу после использования этой способности становится дальней и наносит врагам бонусный чистый урон. Ультимативная способность – пронзающий лунный свет. Цукиёми призывает силу полнолуния и направляет ее в виде 4 разрушительных лучей света. Задетые враги получают урон и метку. Каждый луч может поразить до 3 вражеских богов, выпустив все лучи. Цукиёми бросается вперед со скоростью света, атакуя врагов в порядке, в котором они были задеты лучами, и наносит огромный урон. Цукиёми завершает рывок у последнего задетого врага. Собственно, цифры вы видели на экране, мой прекрасный голос рассказал вам, как это все работает. По моему мнению, Ассасин крайне интересный, ну, по крайней мере, как минимум визуально. Многие найдут сходство с антимагом из Доты, ну, в том числе и я нашел это сходство. Крайне интересна ультимативная способность, как она будет работать в целом именно в игре уже на боевом сервере, и как она будет взаимодействовать с другими способностями, например, подбрасывание и так далее. Мне, блин, интересно, как он будет блинкаться, когда кто-то улетит на ульте Хьемдаля, или когда Нежа кого-то вверх подкинет. Будет ли он как снаряд, выпущенный от таврки, выпущенный от башни, то есть следовать за кем-то и только потом нанесет урон, когда человек приземлится, либо как-то по-другому будет работать. Но в целом меня заинтересовал ульт. А способности остальные не самые интересные, кроме пассивки. Но тактика понятна уже из описания. То есть калтропы можно кидать кому-то за спину. Далее начинаем с единички, чтобы врага замедлить. Либо, ну смотрите, у него будет крайне много, как по мне, комбинаций. То есть ты можешь сначала ускориться двойкой и задизармить кого-то, а потом единичкой замедлить. Либо же, как я предполагаю, лучше кидать калтропы за спину, потом сюрикеном темной луны, то есть единичкой замедлять, и только потом уже драться второй кусаригамой, чтобы обезоружить врага и ускорить себя в первую очередь. В целом вот такой маленький обзор у нас получился. Делал я его для тех, кто презентацию пропустил, для тех, кто хотел бы послушать мое мнение. Бог мне интересен, я его буду ждать. И в целом, я думаю, если вам видео понравилось, я буду ждать от вас лайков, какой-то поддержки, комментариев. И спасибо, как обычно, за внимание.